В Красноярске стартовали игры по хоккею, третьи зимние спартакиады среди молодежи в России. В ней принимают участие юноши в возрасте 16-17 лет из 4 регионов Сибирского федерального округа. Из Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев. Подобные соревнования в краевом центре проходят впервые. Наши спортсмены в первом своем матче, к сожалению, уступили представителям Алтая 1-3. Турнир будет проходить в течение 3 дней. Лучшие команды отправятся на финальные игры, которые пройдут в Саранске. Это первый этап во взрослую жизнь, я бы так сказал. Потому что очень многие ребята начинали еще со спартакиады народов СССР. Вот, очень многие советские хоккеисты начинали свою карьеру с этих соревнований. Я уверен, что многие ребята, в том числе, попадут сначала в молодежные команды своих клубов, затем в команды мастеров. И буду достойно представлять как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.